Департамент культуры и культурного наследия завершил служебную проверку в Музее промышленности и искусства имени Дмитрия Бурылина, которая была инициирована на основе предписания региональной контрольно-счетной палаты. С руководством подведомственных учреждений и бухгалтерами провели расширенное совещание. На этой встрече были проанализированы все ошибки в ведении финансовой и хозяйственной деятельности, выявленные во время проверки. В настоящее время подготовлен приказ по Департаменту культуры и культурного наследия. Руководитель музея Алексей Владимирович Забнин привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор. Мы прекрасно понимаем, что все негативное, что происходит в стенах наших учреждений, прежде всего несет ответственность сам руководитель. Кроме того, к мерам административной ответственности привлечены сотрудники музея, отвечающие за кадровые вопросы, хозяйственную деятельность и финансовую отчетность. В данный момент в музее работает специальная комиссия, которая следит, чтобы были устранены все замечания контрольно-счетной палаты. В настоящее время полностью погашена задолженность нашего арендатора, арендатор ООО «Парабола», то есть был долг за 2013 год, то есть снят этот вопрос. Мы внесли также свои предложения по изменению нормативно-правовых актов по линии Бурылинского музея. Внесены изменения и, например, по кадровой линии, по штатному расписанию. Также в настоящее время устраняются и другие замечания.